В Твери состоялся третий этап конференции регионального отделения партии «Единая Россия». На повестке дня был один вопрос – итог пятилетней программы партии, которая составлялась по наказам и предложениям простых граждан. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Участие в мероприятии приняли губернатор и секретарь регионального отделения партии Игорь Руденя, советник президента страны Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «Мы вместе» Юлия Саранова. На конференции была принята предвыборная программа областного отделения «Единой России». Глава Верхней Волжи подчеркнул, это принципиально важные документы, которые будут определять ключевые направления общей работы по развитию Тверской земли на ближайшие 5 лет. Я думаю, это ключевые вопросы, которые сегодня являются основой и развития общества, и стабильности общества, и дает возможность иметь уверенность в завтрашнем дне. Поэтому полностью идем в фарватере того, что сказал президент Российской Федерации. Напомним, что на прошедшей неделе на 20-м съезде «Единой России» в Москве была утверждена народная программа партии. Предложения в нее направили более 15 тысяч жителей Тверской области. Президент страны Владимир Путин в своем выступлении на съезде отметил, что программа «Единой России» построена вокруг человека, обеспечение его благополучия, повышение качества жизни. Президент ставит задачу, первую, услышать людей, и, во-вторых, решать то, о чем они говорят в своей работе в первую очередь. Это и почетно, и приятно, и очень ответственно. Предвыборная программа партии нацелена на решение задач, поставленных главой государства. Это поддержка семей с детьми, забота о старшем поколении, занятость населения, доступное жилье, развитие образования и здравоохранения, система жилищно-коммунального хозяйства, а также надежные социальные гарантии. За последние 5 лет проведена большая работа, запущены масштабные проекты и газификация, и ремонт дорог, строительство нового жилья, реформирование транспортной системы. И все это делается в первую очередь для улучшения качества жизни наших жителей Тверской области. Как рассказала Юлия Саранова, инициативы жителей, включенные в народную программу, поступали в ходе личных встреч с людьми, а также через региональный штаб общественной поддержки «Единой России». При этом она подчеркнула, что в партии ждут от земляков новых идей. Работа над программой, она не завершена, да, что программа – это живой организм, как и в целом наша жизнь, да, и дальше диалог с жителями, вовлечение жителей и в процесс формирования повестки рабочей, и в процесс реализации этой повестки, он будет продолжаться. Участники конференции отметили, что в штабе общественной поддержки кипит работа с утра до вечера, проходят круглые столы и встречи, идут обсуждения с экспертами самого высокого уровня из разных сфер жизни. Простые люди активно идут на эти встречи, проявляя неравнодушие к обсуждению будущего как региона, так и страны в целом.